дополнительные награды от регионального правительства. Победители 9-х всероссийских летних сельских спортивных игр получили денежные сертификаты на 50 тысяч рублей каждый. На соревнованиях в Саратове Тюменская область обошла 66 регионов России. Наши спортсмены взяли золото в 3 из 10 видов программы. Также в копилке команды 1 серебро и 1 бронза. Это историческое событие. Сборная команда Тюменской области впервые в своей истории на сельских играх заняла первое общекомандное место. Впрочем, областных наград удостоены не только призеры соревнований, но и участники. Сертификат получил и Рустям Тимирбаев. В 2014 году он стал третьим в соревнованиях косарей, а в этом едва вошел в десятку. Говорит, допустил оплошность, выйдя в поле с чужим инструментом. Через год поеду, так своей косой буду. Она у меня как чемпионская коса. Так. А Надя, которая вот косила моей косой, она была 8-я. Позапрошлый год была где-то 50-я, нынче 8-я.